Приветствую, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Так, что такое госпремия, да, то есть премия от государства. Премия от государства — это средство из республиканского бюджета, которое начисляется на депозит вкладчиков от Пособанка для поддержки их стремления улучшить личные условия, да. Премия государства зачисляется ежегодно по итогам календарного года. Деньги зачисляются единовременно на все депозиты в первом квартале каждого года. Если до конца года вы накопили 200 РМП, то вам будет начислена максимальная сумма премии. Что нужно запомнить? Размер премии государства 20% от суммы накопления за год, не превышающей 200 РМП. Премия государства начисляется на те деньги, которые вы положили на депозит в течение года, но не более чем на 200 РМП. Один вкладчик может иметь несколько счетов жилстройсбережений, но премия государства начисляется только на один из его счетов. Премия государства начисляется только на счет вкладчика, являющего гражданином РК. Если ваше накопление на год составили больше 200 РМП, то на сумму, превышающую лимит, премия государства будет начислена в следующем году. Премия государства начисляется также на депозиты, являющиеся залогом при получении промежуточных предварительных займов. Премия государства не начисляется на поощренную ранее сумму вклада. Если вы накапливали сбережения менее 3 лет и решили досрочно закрыть депозит, премия государства возвращается в бюджет. Если вы получили жилищный займ, но использовали его не для улучшения жилищных условий, премия государства возвращается в бюджет. Так, если вы хотите, заходим на официальный сайт от Пособанк, да, нажимаем, мы можем заказать звонок, видеобанк, да, рабочее время, то есть вы можете задать свой вопрос. Так, также вы можете оставить имя, фамилия, телефон, я не робот, отправить заявку. Сотрудники от Пособанк вас проконсультируют насчет премии государства. В каком размере поступает премия государства? Размер премии 20% от суммы, накопленной за год на 200 РМП. Клиенты могут получить премию на любую сумму пополнения, но максимальная премия рассчитывается на основе 200 РМП. Минимальный расчетный показатель, что в денежном эквиваленте, составляет 738 400 тенге. Таким образом, максимальная сумма премии ограничивается и составляет 20% от 200 РМП, что равно 147 680 тенге. Если клиент пополнит депозит на сумму меньше, чем 200 РМП, премия все равно начислится, и она также составляет 20% от накопленной суммы. Один вкладчик может иметь несколько депозитов, но премия начисляется только на один из его депозитов, где указан признак премии государства. Когда поступит премия государства? Государственная премия поступает на счет вкладчиков до 1 марта года, следующего за отчетным. У меня есть специальный сберегательный счет. Мне положена государственная премия? Да, государственная премия начисляется на специальный сберегательный счет. Так, от Пособанк Лайт, вот... Можно узнать, вот, мой банк, вот, вот, оценочный показатель, и премия государства можно, и инфу, вот. И необходимый пополн для максимальной премии, 715-400 тенге, тоже пополн. Ставьте лайк, подпишитесь.